Роль второго плана. Так называется ее хит 2019 года. И на самом деле огромное количество белорусских девушек прониклось с этой исполнительницей этой песни. Ведь каждая когда-нибудь, ну, бывала на роли второго плана. Это мы все скромничаем. И наша исполнительница тоже скромничает. Ведь на белорусской эстраде ее роль далеко не последняя. Встречайте на этой сцене Анна Шуркулова. Роль второго плана. Классная песня. Аплодисменты. Добрый вечер, дорогие друзья! Моя первая авторская песня номинировалась сегодня на «Песни года». Поздравьте меня, пожалуйста. Роль второго плана, для вас. Да будет музыка! Миша, посмотри, или подыграете. Стоял с тобой на сцене, падала и вставала, но это была лишь роль, роль второго плана. Стоял с тобой на сцене, рядом и до финала, это была лишь роль, роль второго плана. Это была лишь роль. Роль второго плана. Спасибо огромное. А теперь стихи. Аня, подожди, так это была не песня. Давай я тебе придумаю, помогу. Давай, помогу. Как там слова? Большинство людей плывут по течению, день за днем, играя свои маленькие роли в эпизодах. Стоял я с тобой на сцене, плакал и всплывал я, но это была лишь роль, роль, которую не сыграл я. Скажи мне, уходить уже нет, или еще нет? Ленточка заморгала, мы ждем. Да? А, Шуркулова! Тот самый случай, когда я чувствую себя, как будто я в роли второго плана, но... Катя, ты вернулась прав. Это все такая у нас потрясающая задумка для того, чтобы привлечь себе внимание, очередной раз и получить ваши аплодисменты. Вы еще с нами! Ну что, еще немного энергии, давайте уже вместе с вами. Ань, ну я сделаю пока бит из людей, хорошо? Да, я сделаю бит из людей. Бит из людей. Слушай, это уже, по-моему, не первый раз к себе привлекает внимание вселенная к твоему появлению. Я не знаю, что происходит. Все хорошо. Это мой звездный час. Смотри, вот так, давай, давай. Давайте объявим следующего исполнителя или... Давай. Пока ты оставался на сцене, пора и вставала, но это была лишь роль, роль второго плана. Стоял с тобой на сцене, рядом и до финала, это была лишь роль, роль второго плана. Это была лишь роль, роль второго плана. Просто вышла представительная Аня Шуркунова просто. Спасибо огромное. Я думаю, мне... Мы тебе сейчас начнем награды носить. Да, хорошо. Ты не уходи. Точно не уходи. Ну ладно, хорошо. Ваши аплодисменты. Спасибо огромное. Это было прекрасное выступление. Через 2 минуты мы Анну Шуркунову снова увидим на этой сцене. Прямо сейчас мы хотим сказать вам большое спасибо за вашу большую выдержку. И вот теперь с этой точки... Да, вот с этой точки. Я думаю, что мы объявим эту артистку, та, которая сейчас поет про роль второго плана. А сейчас она у нас здесь в самой главной роли, Аня Шуркунова на сцене «Песни года». Встречайте! Мне нужна ваша поддержка. Ха-ха-ха.
играя свои маленькие руки музыку. Радуются редким вспышкам счастья, подаренным судьбой. По сравнению с ними мне повезло, ведь мне досталась роль рядом с тобой. И я научилась это ценить, пусть даже это роль, всего лишь роль того дна. Садя с собой на сцене, папа и страдала, но это была лишь роль. Председатель жюри, но мне тоже интересно. А давайте встанем все перед тем, как я оглашу, чтобы это было празднично, торжественно. Вот спасибо. Готовы? Не понял, готовы? Лучшая песня года. Анна Ширкунова, роль второго плана. Анна Ширкунова! Ай, так вот для чего нужны роли второго плана, да? Чтобы так незаметно раз и в дамки. Аня, поздравляю тебя. Лучшая песня года. Анна Ширкунова, роль второго плана. Друзья, подошел финал этот вечер, но мы должны услышать нашу Аню, должны. Скажи нам что.
У меня сегодня все. Спасибо огромное, друзья. Это неожиданно, это крайне ценно. Я благодарна каждому, потому что я эту песню написала. Это нереально. Это первая мною написанная песня. Спасибо большое. И она стала лучше. Я благодарю каждого из вас. Спасибо. Аня, благодарим тебя. И да, наверное, нам пора заканчивать, да, наше торжественное мероприятие, гала-концерт. Кажется, что еще какие-то награды должны быть розданы, но все, мы завершаем наш торжественный гала-концерт. Песня «Коду Беларуси 2019 подходит к своему завершению. Сегодня прозвучали лучшие песни 2019-го. Но мы верим, что следующий год подарит нам новые имена и зажжет новые звезды белорусской эстрады. И мы с вами обязательно увидимся ровно через год на песне года 2020. Спасибо и до встречи!